Вторая встреча красного угла Николай Матана на Татинский улус и синего угла Павел Друзья на Тюрактинский улус. Два лидера своей команды по жеребьевке встречаются между собой. И вот это очень будет решительная схватка между командой Тюрактинского улуса и Татинского улуса. Эти оба улуса соседи. И раньше проводились матчевые встречи между Татинским улусом и Тюрактинским улусом. Очень интересные были соревнования. К сожалению, сейчас пока нету. Николай и Павел друг друга очень хорошо знают. Тренировались в клубе «Батур» у Ивана Прокопьевича Белюского. Первый балл у Николая Матананова за активное ведение схватки. Пытается пройти в ногу. Николай Матананов прошел ногу. Минута осталась. Пока со счетом 1-0 ведет Николай Матананов. О, дере! Дере! Давай, давай! Приносит вторую победу в копилку сборной Тюрактинского улуса. И в этой встрече тюрактинская команда уже выиграла. Но все равно третья пара будет бороться. Это тоже играет огромную роль в определении победителей. Павел Друзьянов.